Три главных причины сделать вентиляцию в бане. В данном видео расскажу об основных причинах сделать таки вентиляцию в своей бане, после которых у вас не останется сомнений, что это действительно необходимо. Меня зовут Дмитрий Лукин. Погнали! О том, как сделать вентиляцию в бане, я рассказывал в предыдущих видео, одно из которых здесь. Сегодня же поговорим именно о причинах сделать вентиляцию в бане. А если вы еще до сих пор не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, чтобы постоянно получать интересную информацию о печах и банях. Итак, причина номер один. Главной причиной сделать вентиляцию в бане, конечно же, является смена воздуха в парной. Дело в том, что запас кислорода в ограниченных объемах парной тоже ограничен. И при нахождении там людей, особенно если людей много, этот запас потихоньку исчерпывается. Дышать становится тяжелее, и банные процедуры перестают приносить удовольствие. Да и в общем кислородное голодание никому пользы не приносит, поэтому проблему нужно как-то решать. Для этого существуют так называемые залповые проветривания. Это когда мы открываем окна в парной мойке, дверь между ними, и массово меняем воздух в помещениях. Залповые проветривания хороши, но их можно применять только между заходами в парную. А ведь дышать в парной нам нужно и в самом процессе. Вентиляция постоянно добавляет свежего, предварительно подогретого воздуха в парную и в то же время отводит уже отработанный воздух с тяжелым таким сырым отработанным паром. И это самое главное. Причина номер два. В процессе смены воздуха в парной паровоздушная смесь постепенно движется сверху вниз. О принципе работы вентиляции в бане я рассказывал вот в этом видео. Двигаясь таким образом, паровоздушная смесь более равномерно прогревает парную и все, что в ней находится. То есть это стены, это полки и даже пол. Да, с помощью вентиляции можно греть пол. То есть отработанная паровоздушная смесь постепенно движется вниз и передает свое тепло, передает свою энергию всем предметам, которые попадаются на пути. А вытяжка вентиляции у нас находится в самом низу. И поэтому до самого низа в парной все прогревается. Если, к примеру, у вас в бане проливной пол, то саму вытяжку вентиляции можно расположить ниже уровня пола. Тогда паровоздушная смесь будет проходить сквозь этот пол и еще лучше его прогревать. Вот в моем случае у меня в бане пол бетон, и вытяжка находится прямо над поверхностью пола. А сверху на пол я сделал деревянный трапик. Ссылка на данное видео будет здесь. Так вот, при работающей вентиляции вот этот деревянный трапик очень хорошо прогревается, несмотря на то, что пол под ним ледяной. Причина номер три. Ну и третий из главных причин сделать вентиляцию у себя в бане является то, что мы можем баню качественно просушить после банных процедур. Так как в конструкции вентиляции предусматривается верхний клапан, мы его можем открывать тогда, когда нам нужно просушить баню. То есть после парных процедур открываем клапан под самым потолком и удаляем всю остаточную влагу из парной. Баня хорошо сохнет и служит долго. Ну вот и все, что касается причин. Думаю, теперь у вас не осталось сомнений, что делать вентиляцию у себя в бане необходимо. Как это сделать, можете посмотреть здесь. Ставьте лайк данному видео, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания. Thank you.